Водой. Это новость такая, только в этом году появилась. Здесь океанчик, причем так свежо на океане. Вот, а здесь бассейн, сейчас будем проверять. Так, Макс рыбая дельфинчиком. В общем, такая здесь красота. Макся. Солуана? Да. Пойду, что ли, и я покупаюсь, положу камеру. Да что, ражение, впечатление? Очень классно, особенно то, что оно входит в стоимость входа в парк национальный. Да. Было приятной неожиданностью. Классно. Теплая, соленая вода. Да. Ну як тобі? Ще будеш купатися, чи вже все? Не буду, я купався весь день. Да. Вот бассейн, а вот океан. Красиво, конечно, это все на территории заповедника. А вот там, вот, собственно говоря, Альма, про которую мы вам говорили сверху. В океане вода холодная тут, поэтому, конечно, теплый бассейн – это очень хорошая идея была. Да, кого ты выбираешь, машинку или моток? Stay out, ну понятно. Кушать подано. Как ты вообще с канадской едой? Потому что ругается народ. На пудинг, на булки. Пусть ругается. А мы будем его есть. Мы полюбили. Привет, мой бургер. Это национальное канадско-атлантическое блюдо. Называется лобстер ролл, да. Лобстер такой с соусом булочки, да, из... Хот-дог. Хот-дог с лобстером. Прямо шикарный фишбургер. Такая рыбка хорошо поджаренная, она такая мягенькая. С соусом, с сырочком, вообще просто. Это вам не Макдональдс однозначно, хлопцы, погоджуетесь? Ну что, к старым знакомым? Да, смотреть лобстера. А вот и наши знакомые. Посмотрите, какая клешня огромная. Нам даже их запретили доставать, потому что могут клешни отвалиться, настолько они огромные. Смачно у них тут, уютненько и прохладненько. Ну как в Сен-Джоне, океанчик же. Ну что, мы решили поплавать с Максом. Мне грести не приходится, потому что гребет Макс. По грибы. Вот так вот мы и катаемся. У нас пока еще нету такой лодочки, но через годик, наверное, уже можно будет. Вот такая вот красота. Так, работает профессионал. Профессионал, тебе подобается каяк? Не важко тебе? Ты так швидко гребешь вообще прям. Все, развернись, пожалуйста, и давай носом двигай, добро? А это станция проката каяков. И таких вот необычных, не знаю, как это маранчик. Веломаранчик. Нет!
Раздолье, раздолье, песочек. Это была Зиночка. Покажитесь, счастливые дети. Тарас даже уже облизал губы. А Макс с бородой. Паломничество. Это еще не все, да. В конце этого бурного дня, после бассейна с океанской водой, после пикника, озера, купания, каяков, я уже спала в машине, и я уже ждала отель. Не тут-то было. Не тут-то было. Муж говорит, я предупредила, я сказала, мы едем в отель, через Хопл Рокс, правильно? Вот, и, собственно говоря, теперь мы идем в Хопл Рокс. По дороге. Ну, это наша местная достопримечательность, видеть которую так часто, конечно, огромное счастье для всех, кто живет в Нью-Брансвике. Паломничество. Окей. Вот они. Красавцы наши, чудо природы. Здесь показывается время, когда высокий прилив, самая высокая вода, и когда низкая. Сейчас уже эта вода начинает возвращаться. Вот так вот спускаешься к ним и выходишь на океанское дно. Вот они, наши гусеницы. И вот он, главный. Теплая. Ну, она же возвращается на горячие камни. И красного цвета она, вы видите. Боди сейчас стоит на океанском дне. Вода, вот смотрите, я покажу. Вот вода поднимается вот так вот. Это все закрывает вода. 16 метров высота прилива здесь. А дети с нами не ходили к Хопл Рокс, они гуляли на площадке. Пока мы здоровались с нашими скалами. Клевая качелька, скажите. Ищи! А Тарас таким лицом, папа, не позорь меня. Мне стыдно рядом с тобой. Кстати, вот смотрите, что здесь кладут. Часто на площадках. Часто это деревянные опилки, но вот это вот, не надо так близко, Макс. Вот это вот, это резина на самом деле. Вот, она такая мягенькая. Это всем, кто страдает от песка в украинских песочницах, да, посвящается. Да, смотри. Давай. Посмотри. Смертельный трюк, давай, Макс. Мякенько? Это уже наш отельчик, наконец. Тур по номеру. Чистенько, красивенько. Очень похоже, как у нас было в этом. В Акадии. Ну там же что же? С видом на фон. И удобство. Все есть, все прекрасно. Будем отдыхать. Где Макс? Конечно же, Макс в очередном бассейне, который есть в этом отеле. Все, товарищ нашел уже с кем играть, и это самое главное. Обратите внимание, Канада — страна контрастов. Здесь тоже есть разные детские площадочки. Видите, почти совдеповский вариант наш. Со скрипячими качельками и трубочками изогнутыми. На сём мы с вами пока на сегодня прощаемся, ложимся спать. Это был только первый день нашего отпуска. Что же будет дальше?